погрузят в пучину знаний. В детских лагерях начали читать лекции для ребят о безопасном поведении на воде. Такие меры стали вынужденными, ведь с начала купального сезона погибли уже двое ребят. Сотрудники МЧС совместно с госинспекцией по маломерным судам проверяют места для купаний. Как показывают обследования, татарстанцы часто окунаются в воду в необорудованных местах, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Потому спасатели вновь напоминают об элементарных правилах безопасности.